Всем привет, с вами Лаградка, и сегодня мы продолжим играть в игру под названием Мутационе. А соответственно, наливайте чаек, усаживайтесь поудобнее, сегодня у нас будет атмосферненький контент. И остановились мы на моменте, где дедушка нам сказал, он нам сказал пойти к Йоке, по-моему, в архив, к некому Йоке, я не уверен. И, кстати, сама Кай, как я помню, как ее так вроде зовут, она вроде как сказала то, что записывает это все в дневник свой. Дневник, наверное, на... Какую кнопку нажимается? Окей, на J. Мамина старая подруга Клэр тоже где-то здесь, надо ее поискать. Тан говорит, по вечерам все собираются в баре, дедушка сказал сходить в архив к Йоке. Ну, его к Йоке зовут, окей. Говорит, у него что-то для меня есть. Ну она тут записывает, понял. Чаек. В общем, это у нас... Расписание на понедельник. Понедельник рассвет, понедельник полдник, окей. Поездка в мутационный и первая встреча с дедушкой. Подумаешь, обычное дело. Сама не знаю, чего я ожидала, но он правда тяжело болен. Наверное, схожу, пообщаюсь с остальными, пока он отдыхает. Ну а что ты думала? Что думала, в сказку попала? Так, окей. Но тут есть у нас еще карта. Как я понял, мутационный. Это вот такой вот небольшой островочек, в котором есть огромное дерево, и вот эта вся движуха в нем, короче, будет происходить. Окей. Так, ну что? Я надеюсь, ее Кай зовут, потому что я уже забыл. А с дедом базарить мы не будем, потому что зачем мы деду сейчас нужны? А хотя давай, слушай, что мы можем? Нона. У нас дед. Окей, ну он спит. Ничего интересного, ничего нового. Давайте вниз пойдем. Глава 1. Прибытие. И загрузка. Окей. Ух ты. Ну чё, народ, развлекаемся? У нас еще и мызло пошло. Кай, лестница временно закрыта, на ремонт. Не ходить, Деннис. Ай-яй. Не, я все равно не пойду туда. Я не могу. Чё это такое? Так, какой классный домик. Да мне что-то так не кажется, на самом деле. Он максимально дешевым выглядит. Но кому как. Только не говори, что я тут... А, подожди, так это дом дедушки. Тогда да, классно, чё, нормально все. Так, подожди. Пацаны, подождите. Чё за дверь тут происходит? Тут здорово, но все прямо на глазах разваливается. Ну, а ты говорила то, что тут прикольно. В каком месте? А, что? Медистер? Медистер? На рынке есть соответствующий запрос. А, пражские. Ну, началось. Сейчас паром ходит всего дважды в неделю, так? Сальчис... А что у вас с именами, пацаны? Вы чё? Сальсич... Чё? А что? Сальси... Блин. Называется выговория. Короче, другая красная херня. Я боюсь моря. Окей. Там столько чудищ. Целые рыбы есть. Так, ну если разработать индивидуальный морской транспорт... Слушай, я смотрю, вы не интеллектуалы тут, да? Говорят, Спайк как-то видел русалку. Кстати, я тоже видел какую-то херню. Тут на самом деле не только рыбы в море. Окей. А, все могли бы кататься куда угодно и сколько угодно. На русалке, что ли? Посмотри просто на его лицо. Ему просто весело. Я не знаю, я, наверное, превьюшку сделаю, где вот этот вот чел, или вот этот, по-моему, говорил, катается на русалке. Чисто его мечту исполню. А, вы только подумайте, эти зубы и эти когти у русалки или у кого? Я что-то не понял. Пражский, чего? Тише. Я говорю, вы только подумайте, эти зубы, эти когти. Саль, ты когда-нибудь видел? Вот я про это же. Ты когда-нибудь видел вообще русалок? Саль, ты... Кстати, его все сокращают. Не, потому что мне хватает мозгов не лезть в море. С таким лицом. Окей. А чё мы подслушаем разговоры чужие? Тут как бы интеллектуалы просто стоят. А чё вообще за дверь что-то происходит, народ? Так, скоро буду. Айлен. Окей, Айлен. Так, на J снова, да? Где у нас архив находится? Архив это 6. 6 это направо. Я сейчас на тройке нахожусь. Тройка это закусочная у моря. Мне туда нужно. Ну, дед нам сказал, поэтому давайте туда пойдем, чё. Нам нужно опять же сходить к Йоке. Так. Йоке, да? Чё это такое?
Я буду все это осматривать, не знаю. Не-не-не, что это такое? А, как раз тут работает Йоки. А, ну да, кстати, архив. А мы так быстро дошли, что ли? Серьезно? Ну, в принципе, и недалеко. Ну, давай, к Йоки пойдем. Здорово, Йоки. Как оно? Как ничего? Я смотрю, у тебя тут весело. Давай мы тут сначала посмотрим, что у тебя тут происходит. Это что, настоящий монорельс? ОМГ, круто. Кай, больше так не шути. Тут такие странные вещи. Действительно. А у тебя не странные вещи, да? Один носок больше другого. Последняя версия этих Джорданов. Правильно, с очками для плавания лучше не расставаться. Одна ты вот неправильно поступаешь, рассталась с ними. Так, Кай, ты мне начинаешь это. И тебе хорошего дня, милый манекен. Кай, все в порядке? Нет, там, короче, ничего интересного нету. Давайте дальше пойдем. Так, я пока еще не знаю, сколько примерно я буду по длительности серию делать. Хотелось бы все меньше и меньше. В каждом ящике что-нибудь классное. Ну да. Окей. Так. Ну я все тут посмотрел. Йоки, здорово, как оно ничего? Белый ты крыс. Кого я вижу? А кого я вижу? Кай? Конечно. Ответ легкомысленно. А где это я? Вообще, на самом деле, да, я Кай. Ответ легкомысленно, это что в смысле? Добро пожаловать в архив. Спасибо. И здесь собрана замечательная коллекция различных предметов и рукописей. В том числе и мои собственные работы. Без ложной скромности скажу, что это весьма серьезное исследование. Исследование? Ты ничего себе ты умеешь. О, да, я занимаюсь историей нашего городка. Лучше бы реконструкцией занялся бы. Я уже долгие годы собираю все, что только могу. Окей. Архивы крайне важны, ведь они сохраняют не только факты, но и культуру. Ну, слушай. Ну, в принципе, и прикольно, что. Да, это очень важно. Я рад, что ты так думаешь. Я тоже, кстати. Однако к делу. Так. Я должен передать тебе одну вещь. Давай. Книжечку. Энциклопедия флоры Мотационы. Я обложку не вижу, но... Это книга? В этой энциклопедии собраны сведения о местных растениях. Вся флора Маутационии начинается с мельчайших зернышек. Мы работали над этой книгой вместе с твоим дедушкой. И должен сказать, мы оба гордимся своим творением. Вы же не просто так мне эту книгу даете, да? Думаю. Ой, да не думаешь, а знаешь. Скажем так, твоего дедушку объединяет с растениями глубокая связь. Думаю, он хочет разбудить в тебе интерес к флоре. Так он же вроде моряк. А, обязательно загляни внутрь. А, ну а пока. Спасибо, что заглянул в наш скромный архив. Нихера себе скромный. У нас библиотек таких нету. Так, можешь здесь задержаться и все осмотреть. Я уже все осмотрел. Если что-то чем-то заинтересуешься, не стесняйся меня спросить. А почему у тебя в архиве манекены? Манекены? Я тебе всегда рад, милая. Спасибо, что ответил на вопрос. Так, на Джей. Энциклопедия флора Мотационе. Я не знаю, как примерно это все произносить, но будет Мотационе, окей. Большое спасибо Йоки и вечная благодарность Мане. Ой-ё. Народ, вам это все читать? Народ? Оно дублируется или что за приколы? Я надеюсь, что оно дублируется, и там не так уж и много. Увы, мне не удалось закончить перечень флоры мутационной. Возможно, мою работу продолжает кто-то еще. Мы навестили дедушку. Мы молодцы. Мы пойдем дальше. Здорово. Че это? Трогать что-то. Семечко медвежьей травы. Зачем ты взяла семечко медвежьей травы? Кай, ты что творишь? Че это?
Семечко пикалиона. Пикулина. Пикали. Ой. А это корова. Это корова, смешанная с каким-то динозавром. Ну, я по крайней мере, вот по вот этому черепу, наверное, понимаю. Ну, я не знаю. Подожди. У нас движуха началась. Кай, если что, задвиж. Так, подожди, это что-то новенькое. Дедушка сказал сходить в архив к Йоке. Говорит, у него что-то для меня есть. Между прочим, прикольная книга и такая странная. Старая, точнее. В ней столько всего. Интересно, что значит значки рядом с названиями. Мамина старая подруга Клэр тоже где-то здесь. Надо ее поискать. Там, говорит, по вечерам все собираются в баре. Так, а вот где бар? Я вот как раз я хотел в бар пойти. Храм, джунгли, дом, хижина. Закусочный это и бар у вас, да? По вечерам, а сейчас у нас не вечер, да? А зачем я все семечки собираю? Кардилини красные семечки, окей. А, папоротника ноты. Спора. Окей, а куда мы сейчас идем? Мы идем... Седьмой это храм, и восьмой это джунгли. Ну, давайте в храм пойдем, чё. Кстати, сколько время? Сколько времени прошло? Прошло 11 минут. Держу вас в курсе. Так. Слушай, ну смотри, как все замечательно. Давай посмотрим, что это такое. Жутковато. А мне нравится, кстати. Тут есть своя атмосфера достаточно прикольная. Тебе не жутковато было ходить там рядом с какими-то динозаврами? Че такое возьми? Семечко хромового папоротника. Не хромого, а храмового. Окей, хм, камни положены в круг. Короче, мы пришли к сатанистам. Кай, я тебе предлагаю отсюда валить. Ну, зайдем мы внутрь. Я предложил, ты мое предложение это не исполнил. Так, что это такое? Вот это да, ничего себе тут приколы нарисованы. И что? Кай? Тебе это что-то дает, я не знаю. Все, уходим отсюда. Так, в общем, тут ничего нету. Удивительно, но факт. Мне теперь к дедушке нужно идти. В общем, как я понял, игра что-то наподобие квеста, может быть. Я просто тоже первый раз практически в нее играю, поэтому я не уверен. Слушай, а могу я тут удерживать кнопку, чтобы ходить? Мышь? Нет, не могу. Поэтому будем постоянно слушать вот эти вот тунг. Вот эти вот стуки интересные. А, подожди, я хотел сюда пойти. Там что-то можно было посмотреть. Опять же, можно взять... Идите. Подожди, ты отсюда можешь взять? Не можешь. Ну и хорошо тогда. Что это такое? Эти развалины как будто свежее других. Не понял. Так. А, это вот к тем вот пацанам можно пойти. Что это такое? А, у моря. В смысле? У моря и моря. Классно придумано. Что это такое? Совсем дед... Совсем как дедушкина, только маленькая. А, дерево, что ли? Окей. Не помешало бы полить цветочки, но я тоже так думаю. Море! Алло! Хай, девочка моя, здорово. Ты заставил меня в естественной среде обитания. Застала, все понял. Я надеюсь, я буду считать получше, чем сейчас. Ну, буду стараться. Я постоянно стою у плиты и готовлю что-нибудь вкусненькое. Или копайся в огороде. Я сама ращу всю зелень. Выращиваю всю зелень. Сейчас для обеда уже поздновато, но завтра, если хочешь, забегай перекусить. Так, что вы обычно готовите? Я могу что-нибудь отнести дедушке? Не-не, даже не беспокойся. Я сама приношу ему все необходимое. Правда, теперь только столько посуды мыть. Так, пожалуй, завтра сделаю что-нибудь попроще. Кстати, а ты уже познакомился с Таном? Да, я уже успела с ним столкнуться. В прямом, кстати, смысле. У него совсем нет друзей. Думаю, вам вдвоем будет весело. Ну... Ты ей на меня не скидывай, хорошо? Да, Клэр очень хотела с тобой увидеться. А, Клэр еще хотела, окей.
Она сейчас у пристани вместе со своей лавкой. Так. Наджи. Там, говорит, по вечерам все собираются в баре. Окей, это не то. Пристань. Пристань это... Где пристань? Ну, пристань это вот она. Но тут нету цифры. Я хочу циферки. Дайте мне циферки. Больше цифр. Че это такое? Хорошенький садик. Я так понимаю, проход туда через заднюю дверь. Проход туда через заднюю дверь кафе. О! Здорово. Подожди. А, вот это корень. Интересно, где он кончается. Ну, посмотри, где начинается, а потом где кончается найдешь. Семечко. Блин, вот эти вот названия. Двера папоротника. Споры. Шку, кого, чего. Может, мама с бабушкой ходили сюда смотреть на море? Возможно. Здорово. Ты кто такой? Бопик. Пам-парам. Приветствую смотрящих. Короче, ясно, папич. Ой. Ты пришла послушать мою рыбалочную песню? Слушай, папич, ты чё-то уже совсем уже не торт. Все ее знают. Не-не-не, даже не надо. Точно, она мегом ловит на крючок. Ну, я не знаю, что это за песня, поэтому и спрошу. Что за песня? Ты про что? Знаменитая рыбалочная песня Бапека. А, все рыбы сразу всплывают и машут тебе плавниками. Я рад, что тебе понравилась моя песня. А Спайка она бесит. Спайк ушел в бар, потому что я его страшно заколебал. Или заебал. Ну, Кай, неприятно, наверное. А мне нравится твоя песня. Неприятно. Мы с Спайком друзья. Он даже дает мне... Он даже дает мне делать коктейли. Ну да, коктейли. Но он не дружит с Бапеком, когда Бапек поет. Слушай, это прям, не знаю, игра-скороговорка. Если все ты прочитаешь правильно, то ты молодец. Слушай, кстати, у тебя, по-моему, там водоросль на крючке. Или ты на нее ловишь? Ну, ты рыбак, конечно. Чей такой? Мне на пристань нужно идти. Чей такой? Кузнечик. Глава какого-то гигантского насекомого. Да почему бы и нет? Я тоже так думаю. Чей такой? К лодке сюда. Нам на пристань нужно. Пристань, она тут находится или где? Здорово. Ты хотела со мной побазарить? Ну-ка, на-ка, давай. Святые негодники. Ну или святые небеса. Ты же вылитая гея. Здорово! В смысле? Там был восклицательный знак, а тут неуверенный. Здравствуйте. Не понял. Я не хотела. Ох, как же мне неловко. Сама не понимаю, почему я плачу. Я очень рада за тебя видеть. Окей. А, в смысле сказать честно? Ну, давай помощь я какую-нибудь... может, вам салфетку дать? Не-не, я сейчас перестану. Извини. Просто нам сейчас было... Нам с ней было так хорошо. Когда я увидел тебя, прошло столько лет. На меня накатили воспоминания. Короче, олдскульная слеза. И теперь я просто не могу остановиться. Ну, да все, ну, пожалуйста, дай мне побыть одной. Сходи на площадь, там Айлин, она очень милая, у нее сейчас как раз перерыв. Тогда я вернусь позже. Спасибо. Какие вы все нежные, это я смотрю, чей такой? Так, белая чао, забавное название для лодки. А я тем временем буду чекать, сколько времени. Так, ну уже в принципе практически 20 минут, поэтому давайте на этом закончим. В следующей серии тогда поговорим вот с этим оборотнем и с Таном, который там посылки разбирает. Это мои, что ли? Мои вещи? Что там можно взять? Нет, нельзя. Так, ну ладно, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям. Там, чекайте описание, там тоже есть атмосферные игрушки. И всем до скорых встреч.